Привет! Это канал I Like Pet, я Таня, а это пес Макс. И сегодня мы расскажем вам, каких правил стоит придерживаться при покупке игрушки для собаки. Выбор игрушки для питомца только на первый взгляд кажется легким делом. Идеальная для вашей собаки игрушка должна соответствовать не одному важному параметру. Давайте разберемся, каких основных правил стоит придерживаться при покупке такого подарка для вашего лающего друга. Правило номер один. Определитесь с видом игрушки. Исходите из интересов вашей собаки. Если ваш питомец постоянно что-то грызет, приобретите ему игрушку-жевалку или игрушку-пищалку. Если ваша собака больше предпочитает активный образ жизни, порадуйте ее мячиком или фрисби. А вот игрушки с секретом, в которые можно спрятать лакомство, идеально подходят для развития умственных способностей собаки. Правило номер два. Определитесь с размером игрушки. Игрушка не должна быть слишком большой для вашей собаки. В противном случае питомца она просто не заинтересует. Также она не должна быть и слишком маленькой. Иначе собака сможет проглотить ее или поперхнуться ей. Для примера. Маленьким собакам лучше всего подойдут небольшие канатики и резиновые мячики. А крупные собаки хорошо будут играть с большими кольцами и гантелями. Правило номер три. Учитывайте возраст собаки при выборе игрушки. В разном возрасте у лающих разное состояние зубов и десен. Если взрослой собаке хорошо подойдет цельнолитное латексное кольцо, то щенку или пожилой собаке лучше всего взять канат из картона или специальную мягкую игрушку. Правило номер 4. Внимательно относитесь к выбору материала игрушки. Для небольших собак идеальными будут игрушки из винила или мягкого латекса, а вот для собак крупных, с сильными челюстями, нужны игрушки понадежнее, из латекса или резиновые цельнолитные. Не покупайте дешевые игрушки, часто они бывают низкого качества и быстро приходят в негодность. Таковы основные правила выбора игрушек для собак. Следуйте им, когда покупаете подарки своим лающим. Поверьте, они будут вам за это благодарны. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был канал I Like Pet. До новых видео!